Общественники остановили молодую мать с бутылкой. Женщина распивала спиртное на глазах у ребенка и не собиралась расставаться с выпивкой. Как ее удалось убедить активистам трезвых дворов, расскажет наш корреспондент. Девушка, зачем вам это алкоголь нужен? Тут же на вас. Девушка стала убеждать активистов. Бутылка пива не делает ее пьяной, а наоборот расслабляет. Алкотестер, давай. Я вот бутылку только открыла, допиваю. Давай алкотестер, дыхну. Но потом дама все же признала, что ведет себя неправильно и решила своеобразно избавиться от бутылки. Допила на глазах активистов и выбросила тару. Девушка, не в этом вся суть. Знаете, в чем вся проблема? Вся проблема в том, что дети видят. Вот именно вот эта проблема. Все, вот это. А с этим молодым человеком общественники уже знакомы. 8 месяцев назад он попадался со спиртным во дворе. С тех пор якобы ему стало стыдно, и он завязал с выпивкой. Вы полностью бросили пить? Да, все, я бросил. 8 месяцев. 8 месяцев не пьете? Вот конфеты. Это же трезвый. Вот только нашел себе другое занятие. Теперь ходит по городу не с бутылкой, а с пакетиком клея. Что такое для вас? Вот, нюхать вот эту, как там, Маринку или Марилка, как там, нюхать. Маринку? Да. Вы какую-то Маринку нюхаете? Ну это все, Паша, ну хватит. Маринку. Пацаны, он Маринку нюхает. А на этих кадрах компания молодых людей устроила бар на колесах. Парни распивали пиво прямо у ворот школы. Импровизированный стол соорудили из багажника автомобиля. А как вы потом поедете за рулем? Никуда не поедем. А, вы здесь вообще, нет, это ваша палатка вообще получается? Нет, либо там трезво. Палатка водитель до утра? Да. Либо вот так водитель, вот. Да. Видите, это не просто палатка до утра, а они, короче, врубят музон и будут тут дискотеку устраивать. Активисты движения «Трезвые дворы» уверены, такие рейды все-таки помогают людям становиться трезвее.